Кстати, я включу свет, а то я слепну совсем. Володя подстригает. Ну скажи, Володь, что-нибудь. Парочку слов. Как ваши ощущения? Я, знаешь, я люблю снимать, но люблю, когда меня снимают. Ну, планом. А теперь выровняй спину. Вот. Ну, маленько-то надо оператора снять тоже. Конечно. Ливи. На память. Оль, вас что-то не грязные? Да, стригу тебе, коротенько. Это с той стороны. Если можно приехать на крещение, следующая стрижка на крещение. Понял? Если не приеду по крещению... Если я к тому времени обрасту. Да нормально, обрастешь. Я найду, что выстричь. Она тебя сейчас по самому модному. Знаешь, как сбривает, и что колокольник. Нет, нет, нет. Меня нет, Лена нет, за такую стрижку. Я раз-раз-то подстригла, ей не понравилось. Она там стала. Я тут не чужая, она нас. Ай-яй-яй. Ну ладно, сынок. Мода проходит. Закончилась. Пунктир будет. Андрей, ты специально будешь попасть под мою машину. Все, а? Очень простая прическа. Приходи, бесплатно буду так стричь. Ну, правда. Наклони немного, Вов. Либо кому? Сюда не надо. Давай пойдем. На кухню хлеб несите. Вова, хлеб-то забери домой. Зощенко, ну, папа, вытащи. Там тряпочку какую-нибудь возьми для стола. Ну, где? Там я сколько тряпочек стираю, кладу туда. Куда? Там, где все держи полотенца? Его. Возьми. Да, полотенца. Да, где полотенца. Где полотенца, Ливия, там тряпочки я кладу. Слух не знаю. У меня не такой слух. Ну пострижу мы Ваню, подстрижу. А Нестор постриженный? Нет, они меньше постриженного, чем Ваня. Постриженный. И тебя, Ванюча. Как может и тебя посчитать. Вова. Ну рассказывай, когда ты едешь, ты говорил мне на следующей неделе с да, батюшкой. Да, приезжай, с батюшкой да? Поеду. Мои планы такие. Вот, я планирую, если Бог даст, здоровье, обстоятельства, ну, бла-бла-бла, в мае подъехать, помочь убрать в дом. Если Бог даст, не могу ничего обещать, потому что да, понятно. На несколько одиночек, чтобы вычистить, я имею в виду внутри территории, посуду, да, посуду, все такое. Не знаю, как получится, намерения таковы у меня. Крутя, возьми стаканчики, пожалуйста. Нет, не надо, блин. Мадняла. Мне в простоте, пожалуйста. Давайте. Двумя. Двумя. Тянет от меня. Не, Галя, не могу. Вот он аппарат. Идите, снимайте занятия, Андрюша.